Всем привет, дорогие друзья, с вами я, IPFox. Сегодня я вам покажу способ обхода блокировки Дискорда, в том числе и голосовых чатов, то есть звонков и так далее. Собственно говоря, недавно нам замедлили YouTube, поэтому это именно видео льется на несколько площадок. Вот. Собственно говоря, давайте проверим, как это все работает. В России это работает очень плохо, то есть вот, без всяких, грубо говоря, прокси, VPN-ов, то есть вот, как бы, сами понимаете, это ни о чем вообще. Даже если и страницы прогружаются, то видео просто не загружается, как бы. Вот, видео загружается дольше обычного. Можете посмотреть похоже в поиске Яндекса. Собственно говоря, как решить-то эту проблему? Давайте это пока свернем. На всякий случай поставим паузу, потому что вдруг прогрузится. Есть такая сборочка. Раньше с YouTube помогал Goodbye DPI. С Discord он же не помогает. Но появилась новая штучка. Спасибо Namex10 за нее. Вот, и AventScore. Собственно говоря, она позволяет обходить блокировки вообще всего, что запрещено. Включая Discord. Нажимаем сюда. Скачиваем этот архив. И распаковываем. Архив у меня был скачан. Я его распаковал на рабочий стол. Откроете, у вас будет вот эта вот штучка. Значит, по сути, что вам надо, это Preset General. Либо Discord. То есть, если вы не хотите разблокировать все, вам нужен только Discord, нажимаете Preset Discord. Чтобы каждый раз это не запускать, можете создать сервис Discord или сервис General. Но я думаю, это как Goodbye DPI. Давайте же протестируем пресет General. То есть, единственный еще моментик. Протокол такой. Quick. Вам нужно поставить дефолт. И протокол Kyber. Я думаю, вы сталкивались, когда настраивали Goodbye DPI. Его нужно выключить. Это два обязательных фактора. Давайте запустим пресет General. Запустить. У нас открылась программа. Теперь давайте попробуем. Ну, допустим, зайдем вот на YouTube, обновим страницу. Все прекрасно грузит. Даже в 4К. YouTube. Теперь Discord. Давайте попробуем открыть Discord с этой программой. Discord открывается. Теперь давайте попробуем, допустим, зайти в голосовой чат. Пожалуйста, пинг есть, я могу разговаривать. Также вас будет слышно, я думаю, это очевидно. Так, давайте теперь выйдем и попробуем запустить Discord без этой программы. То есть вот у нас есть. Закрываем. Пытаемся зайти в Discord. А, мы его не закрыли. Хорошо. Еще раз, пытаемся зайти в Discord. И все. То есть он не откроется. Но я думаю, очевидно, как и у всех. Так что, ребят, нужен Discord, нужен YouTube, нужны другие какие-то заблокированные сайты. Вам эта программа очень подойдет. Также можно поставить просто сервис и вообще не париться об этом. Она автоматом будет у вас запускаться с каждым запуском компьютера. Вон. Ну, на этом, я думаю, стоит попрощаться. Давайте еще раз, чтобы вы не подумали, что обманщик, там вирусы и так далее. Вон, на ваших глазах запускаю. Желательно от имени администратора. Но можно и без этого. Discord. Пожалуйста. Открылся. Как бы никаких лишних вопросов не задавал по поводу этого, опять же. Ну вот, вообще не, я зайду. Пожалуйста. Пинг есть. Я разговариваю. Все. Ладно, ребят, на этом, я думаю, можно попрощаться. Всем спасибо, что посмотрели данное видео. Я думаю, оно вам было полезным, учитывая нынешние обстоятельства. Ну, а на этом я с вами попрощаюсь. Всем до новых встреч, ребят. Всем удачи и всем пока.